Всем привет! Немножко расскажу об особенностях сборки, которую вы сможете скачать с моей кладовочки. Ну, первое, панельку сделал верхнюю прозрачной. Поставил кайродок, потому что он очень хорошо разгружает верхнюю панель. То есть на верхней панели у меня расположены самые-самые мои ходовые программы, которые я очень часто использую. Офис стоит хороший, последняя версия. Сейчас точно скажу. 4.43. Firefox я убрал, оставил только Google Chrome. Поставлены гаджеты сразу же. Значит, какие? Это вот длинные, короткие иконки. Значит, ну вот есть еще длинная иконочка. То есть, ну как кому нравится. Выбирайте любой. Можете даже вот такой выбрать. Все зависит от вас. Дальше. Поставил я, значит, часы-будильничек, которые можно программировать на любой год, на любой день недели, на любое время. И посмотрите в моих роликах программу по часикам, и там увидите, как что там настраивать. Вот здесь вот видеоролик сделан специально по программе, значит, будильник календарь. Виртуальная коробочка предустановлена, TeamViewer предустановлен, Skype нажмете, единственное, что вам останется, просто, значит, заполнить его. И вот единственное, что вам придется сделать, на Мега. И из Меги, значит, нужно будет скачать регистрацию. Там, по-моему, даже на русском сейчас они уже сделали. Сейчас просто. Когда зарегистрируетесь на Меги, зайдете в меню, в приложение, приложение синхронизации. И скачаете себе вот этот вот дебиановский файлик. Вот этот вот. Он для Linux Mint подходит наилучшим образом. Загрузите его, запустите, и будет, как говорится, вам счастье. TeamViewer, значит, установлен. Программа хорошая, позволяет удаленно управлять рабочим столом. То есть, если у вас кто-то есть там, человек, который живет там за 1000 километров от вас, да хоть за 10 000 километров, он всегда сможет вам при наличии этой программы оказать вам помощь, или наоборот, вы можете кому-то оказывать помощь. Видеоролики на эту тему также у меня все есть. Поэтому, значит, сборку я сделал вот таким вот образом, чтобы у вас было, ну скажем так, минимальная необходимость там в донастройке. Еще широко представил я, значит, вот сделал, значит, программу для записи с экрана, от которой сейчас видео записываю, и, значит, программку, значит, видеоредактор. То есть вот этот ролик я сделаю, отредактирую в этом видеоредакторе и заброшу его на трубу. То есть сборка нацелена на то, чтобы сделать вашу работу по доводке, ну скажем так, минимальной. Вам что остается сделать? Вот зайти сюда, настройка даты и времени. Настройки даты и времени, нажмете кнопочку разблокировать, заведете пароль. У меня во всех сборках пароль сделан простейшим, user.
Я сделал на Москву. Вы тут можете себе выбрать, как говорится, там любой город, который вам нравится. Вот. Хоть Чита, хоть Якутск, да хоть что угодно. Хоть Владивосток. Значит, сделали настройки, нажали кнопочку заблокировать. Закрыли, все нормально. Настройка погоды вот на 5 дней вперед сделана по Москве все. В настройках, как это дело делается? Вот. Значит, сама эта программа, вот если на эту кнопку нажмете, она российские города вообще не признает. Что вам нужно будет сделать? Нужно будет завести вот такую штучку. weather.com. То есть weather по-английски погода, .com, значит, вот название этого сайта. Вот здесь английскими буковками наберете там свой город, ну, любой, я не знаю, там, ну, давайте Уфа наберем, например. Вот, Уфа, Раша. И нажмете на кнопочку «Поиск». И вот здесь вот скопируйте вот эту часть только текста. То есть после само двоеточие и после него ничего не нужно. А нужно только вот эта вот часть. Уфу. А сюда скопируем Москву. Вот так вот. И здесь напишу. Итак, вот смотрите, берете, вставляете код Уфы вот сюда и просто закрываете приложение. Затем нажимаете. Вот вам, пожалуйста, погода в Уфе и прогноз на 5 дней вперед. Решили снова поменять на код Москвы? Пожалуйста. Пошли в настройки. Вставили код Москвы. Закрыли. Вот вам погода по Москве. Юмор понятен. И теперь, то есть вот практически вам самое главное, все тут, как говорится, дано. Тут можете добавлять уже от себя, что нравится, что не нравится и так далее. Вот таким вот образом. Дальше. Значит, я здесь еще выбил также программку Варите. Если, значит, на нее нажмете, то вот здесь у вас появится уже, значит, программа по автоматической смене обоев. И в настройках, значит, посмотрите, я поставил менять обои каждую минуту, менять их при запуске. Тут поставил 2 минутки, а тут 1 гигабайт дал размер папку для загрузки. Вы можете менять обои и раз в несколько часов, и раз в несколько дней, и раз там в несколько секунд. Все зависит от вас. Вот таким вот образом. Частенько я делаю что? Особенно если я делаю какой-нибудь видеоролик. Я нажимаю на переключатель обоев и выбираю какой-нибудь темный фон, потому что на темном фоне очень хорошо видна вот эта вот системная информация, то есть версия, ядро, значит, ну, uptime — это сколько компьютер включен, температура компьютера, там процессор, все эти дела, центральный процессор, оперативная память, своп, как используется файл подкачки. Вот 98 гигабайт у меня, значит, общее пространство раздела на жестком диске, который занимает Linux Mint. Сколько, значит, используется, сколько свободно. Вот такие вот, скажем, пироги с котятами. То есть эту сборку, значит, я сделал для людей.
которым, ну скажем так, влом, или нет времени заниматься самому все этими настройками, ну, которые, скажем так, не прочь скачать уже готовую почти что настроенную сборку, и там поставить программы, которые вам нужно, убрать, которые не нужно. Ну, единственное, что вам останется еще вот, когда вы там уже все у себя настроите, вам нужно будет вот сюда вот пройти. Здесь вот я пока веду наш общий пароль. И уже в пользователе вы тут уже сможете поменять пароль. Но я вам скажу так, что вот у меня пароль 4 буковки, user. А вот здесь уже будет не менее 8 там букв, там цифр, там чего угодно, но не менее. Ну и, естественно, вам нужно будет его хорошо запомнить. Вот таким вот образом. То есть количество настроек у вас будет после скачивания и установки моей сборки минимальное. Так что желаю вам всем удачи, значит, приятного опыта. Познакомьтесь с Минтом. Вначале поставьте просто себе его на флешку, попользуйтесь им, посмотрите. Или образ можете покрутить на виртуальной коробочке. На виртуальной коробочке он тоже смотрится неплохо. Когда его подсоедините, у вас там все это дело будет. Поиграйтесь, там посмотрите, там что, как там. Ну, на виртуальной коробочке, конечно, гораздо проще все это дело смотрится и апробируется. Вот. И если вам это дело понравится, ну, тогда уже будете ставить себе его на флешечку. На флешке вы можете работать как на полноценной операционной системе. Эту флешку, значит, вы можете воткнуть в любой компьютер и работать с нее. Она грузится очень быстро, там 30-40 секунд, и она уже, как говорится, работает нормально. Поэтому, значит, поработайте, посмотрите. Ну, если вам все это дело, как говорится, придется по душе, ну, тогда возьмете, поставите, значит, на любой раздел жесткого диска, на любом компьютере. У меня, значит, обучающих роликов о том, как поставить Linux Mint, полным-полно. Поэтому просто-напросто вот здесь вот пойдете. У меня, значит, вот есть Linux Mint, я специально выделил в отдельную графу. Вот Linux Mint Cinnamon. Что на сборка? Установка официального образа. Здесь также я вставлю еще, значит, это вот предыдущая версия. Здесь я еще вставлю видеоролик, значит, по установке не официального образа, а моей сборки на жесткий диск компьютера. Вот практически и все. Но можете взять установку, вот, запись моей сборки на жесткий диск. Можете взять ее отсюда. Там 17.1, 17.2, но практически запись сборки на жесткий диск, она абсолютно одинаковая. То есть данная сборка, значит, понятно, сделана для людей, у которых просто вот нет времени на то, чтобы заниматься так называемым тюнингом или кастомизацией, то есть настройкой, там, подгонкой. А так, вот человек уже взял готовую сборку, скачал, поставил, все работает, он доволен и все. В интернете поставил пароли, в скайпе поставил пароли, скачал мегу, вставил там, зарегистрировался свои пароли. Вот. Dropbox можете поставить беспроблемно. Вот таким вот образом. Ну ладно, желаю вам всяческих удач и успехов. До новых встреч!